И когда приехал Путин туда, они хотели уже подписать там вот эти все соглашения. Россияне? Они, да, россияне. Они сказали, шикарно, обогатительный завод, супер идея, говорит, только не в Японии, а в Казахстане. Казахи, японцы и русские. Топливо – идеальная идея, только вы сырье поставляете казахам, а казахи будут делать топливо. То есть фактически они Россию делали сырьевым придатком нашим. Ну, понятно, те ничего не подписали, разозлились. И мне потом сказали, что был очень жесткий разговор между Кириенко и Путиным. Тот на него наехал, ты что там, мы уже пресс-релиз подготовили, уже. Ну и фактически результаты визита пшик, да? На что тот сказал, да, все, я договорился, этот Джакишев вмешался, там все испортил. Это мне оттуда позвонили, сказали, что Кириенко по башке получил. Оттуда что, из Японии? С Японии, да, позвонили и сказали, что вот такая вот была фигня, что там большой скандал стоит.